Можно начинать. Пам-пам. Привет, друзья! Меня зовут Геннадий, и я профессиональный декоратор. И в этом видео вы увидите мастер-класс по нанесению декоративной штукатурки в стиле градиент. Градиент – это техника растяжки краски. Это очень популярная техника в современном дизайне. И сегодня я разберу вам эту технику по полочкам. Без лишних слов, начинаем. Будем посмотреть. Погнали! Друзья, так как в этой технике у меня большой опыт, я вывел некие правила, которые следует соблюдать. Во-первых, наносить следует цвет от темного к светлому. Использовать каждый цвет желательно чистым инструментом, ну или хотя бы иметь один инструмент на пару ближних цветов. Дальше я рекомендую не брать слишком большой контраст по цвету, не уходить больше, чем на 2-3 тона. Так вам будет сделать растяжку наиболее удобно, и она будет получаться у вас плавно. И не использовать чистый белый цвет, потому что с ним очень сложно работать. В этом мастер-классе мы используем материалы Tiziana Deluxe. Конкретно нам нужен Fonda 2 и материал Tiffany. Это такой классный материал на основе стеклянных микросфер. Также нам понадобится мятный колер от Tiziana, который мы сделаем наш градиент. Ну и, собственно говоря, пару кисточек и валиков. После этого можно начинать. А начинаем мы с колеровки. Во-первых, я должен объяснить вам, как сделать ту самую растяжку. Я отливаю материал на 2 литровых ведерка. То есть в одном литре и в другом литре. На 1 литр фонда 2 я добавляю ровно один полный колпачок мятного колера. После чего мешаю уже заколированный цвет в пропорции 1 к 1 с белым. Таким образом у нас появляется промежуточный цвет. Ну и то, о чем я уже говорил. Я никогда не оставляю чистый белый цвет. Я его тоже немножко подколеровываю, чтобы у него был хотя бы слабенький оттенок нашего основного цвета. Заколеровали, можем начинать нанесение. В общем-то ничего сложного, как я уже говорил ранее. Наносить нужно, начиная от темного цвета и подходя постепенно к светлому. Я рекомендую использовать, конечно же, разные валики. То есть валик на темном цвете и валик на светлом цвете у нас, безусловно, должен отличаться. Ну, не в смысле они должны быть разные, в смысле с белым цветом, ну, со светлым цветом нужно работать чистым валиком. Ну, первые два цвета можно прокатать одним. Вы видите, что я сделал такую зубчатую структуру. Таким образом я захожу средним тоном, как в пазл. Ну и естественно, сначала жирным цветом, жирным валиком я крашу центр, а после этого уже свожу как бы на нет, уводя руку. Таким образом сам градиент у нас и делается. После этого беру чистый валик, беру белый цвет, ну он у нас не белый, а чуть-чуть подколированный, и делаю ту же самую манипуляцию с верхним светлым оттенком. Точно так же жирным крашу и полусухим увожу на нет вниз. В последующем я дам вам точные рекомендации, как еще работать с цветом конкретно на стене, чтобы не косячить и получить наиболее классный результат. Теперь приступим опять к колеровочке. Едем дальше. Итак, мы нанесли нашу подложечку. Теперь используем материал Tiffany на основе стеклянных микросфер. Я отложил по полкилограммчика в каждое из бедер. На полкило материала Tiffany я использую примерно четверть крышечки колера мятный. Материал Tiffany колируется значительно лучше, чем подложка, поэтому и колера сюда нужно меньше. Все с помощью той же манипуляции я делаю средний цвет и чуть-чуть колерую самый белый. После чего все перемешиваю, и наши цвета должны примерно соответствовать цветам подложки. Ну, вы видите, сверху подложка, снизу наши цвета. Перейдем к теории. На объеме, на реальной стене, я рекомендую делать градиент в 5 цветов. Для этого нам нужно смешать цвет А с цветом Б и цвет Б с цветом С. И у нас получается 2 промежуточных цвета. Вот таким образом, в 5 цветов, я считаю, что это идеальная формула для нанесения цветов на объеме. Но при этом нам желательно использовать такую волнистую линию. Тогда у нас будет цвета максимально красиво входить друг в друга. Если даже вы где-то накосячите и переход будет не столь плавным, в объеме это будет смотреться красиво. После чего мы берем, после полного высыхания, наш материал Tiffany заколированный. Точно так же начинаем наносить его кистью разнонаправленными движениями,
пока кисть жирненькая, я измазываю ей объем. Когда она уже полусухая, я вывожу наверх и ухожу на нет цветом. После чего беру второй оттенок и точно так же наношу центр и в обе стороны увожу, когда кисть полусухая. Ну и точно так же, правда, я уже взял другую кисточку, чистую, и наношу светлый цвет. После чего можно снимать скотч, ждать полного высыхания в районе 3 часов и смотрим на финишный результат. Друзья, если вам понравился мой мастер-класс по технике градиент, поддержите меня лайком и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Увидимся с вами в следующем видео. Не забудьте подписаться. Все, пока. Пока.